Здравия желаю. Вот Габриэль Баден с 4 июля, его в интернете нет. Молодой мужчина, много лет, скорее всего, учился в Англии, жил последнее время на Украине. Убит за то, что делал фильмы. Поэтому фильмы, которые сейчас есть в интернете, качайте, собирайте, потому что больше фильмов он уже делать не будет. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров. В Харькове 21 час 21 минута, 23.10.2016 года. Запаситесь, пожалуйста, уважаемые слушатели и зрители, терпением. В данные минуты я буду сухо констатировать факты. К 2050 году даже на Трафальгарской площади и Даунинг-стрит в Лондоне перестанут попадаться светлые лица. То же самое будет на Елисейских полях в Париже. Турецкий язык в Германии станет государственным. На всей огромной территории Соты, от одного края до другого, не будет слышна славянская речь. Я сообщаю не страшилку из очередного блокбастера. Такая печальная картина вырисовывается в нашем будущем для белорозовых. Белорозовые исчезают, и это печальная трагедия для нашей Соты, для нашего Мидгарда. Если 50 лет назад население европейских стран составляло 22% от общей численности населения нашей Соты, то сегодня этот показатель сократился до 12%, а в ближайшие 50 лет он снизится до 6,5%. Цифры были приведены из статьи 2004 года. Уверен, что сейчас они более катастрофичны. В 2016 году можно делить на 3, а то и на 4. В эти секунды я, Вячеслав Котляров, хочу обратиться к тем, кто не желает по каким-либо причинам принять истинную модель нашей планеты, а именно то, что наша Земля в миллиарды раз больше. Загляните в будущее. Алгоритм событий неумолим. Да, несмотря на то, что наш мир всего лишь виртуальная реальность, уверяю вас, от этого легче в грядущем не будет. В нашей Соте, в нашем с вами доме, останется всего лишь мизерное количество белорозовых потомков великой расы. Часть из них будет прятаться по лесам, как загнанные звери, а часть будет в кандалах, в резервуарах. В эти секунды я, Вячеслав Котляров, хочу обратиться к тем, кто не желает по каким-либо причинам принять истинную модель нашей планеты. У многих из вас есть детки, у многих они появятся. И когда ваш ребенок спросит: «Мама, папа, почему мы так живем? Почему нас преследуют, уничтожают, охотятся как на животных?» Вы, родители, смахнете слезу и скажете: «Понимаешь, сын, дочь, много лет назад к нам пришел Вячеслав Котляров. Никто точно не знал, откуда он пришел и почему именно ему были известны те знания, которые он постоянно нам озвучивал. Вот понимаешь, дочь, сын, он пытался докричаться до нас, до наших душ, достучаться до наших сердец, но мы его так и не услышали».